Я не знаю, как спасти нашу планету. Как раз для этого, наверное, я и организовал эту дискуссию. Да она не нуждается в нашем спасении. Расслабьтесь, парни. Мой личный вклад спасения планеты – пропаганда. Я занимаюсь информационным освещением всех этих проблем. Я журналист. Я перестала уничтожать деревья. Просвещение в массы – это самое лучшее. Короче, есть такое понятие ахимса, непричинение вреда всему живому. Вот. Это философское понятие, оно появилось в Ведах, первый раз его можно заметить в Ведах, 7000 лет назад. Понятие этого придерживался из известных нам Лев Николаевич Толстой, который говорил о непротивлении злу насилием, и Ганди, Махатма Ганди, который сделал всем известную революцию без единой капли крови. Они, кстати, переписывались. Да, он занимался пассивным сопротивлением. В европейской мысли, вот это я для себя как-то обнаружил еще достаточно давно, и в этике греческой, и в христианской этике много говорится о социальной справедливости, но о справедливости живой природе мы ничего не слышим. Это как бы такая история достаточно редкая для европейской культуры. Но в 1988 году люди как-то обеспокоились тем, что начало происходить. И ВМО вместе с ООН создают организацию, которая называется IPCC, или Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Вот. Эти ребята в 2007 году опубликовали свой 4-й доклад, в котором сказали, что влияние природы на изменение климата всего лишь 5%, остальное человек. Вот. Доклад был изучен и полностью признан мировым сообществом климатологов. Там много всего в этом докладе. Вот. Также есть такая штучка, ЛОХОС называется, это демографическое определение рынка, относящееся к устойчивому развитию. Вот. Такой коэффициентик исследований, сообщества, называть как хотите, даже молодежное движение такое американское. Вот. По их подсчетам, доля рынка экопродуктов в США 30% в год. 30% 10% в год увеличение. Глобальный рынок экопродуктов 550 миллиардов. Вот такая история. Но возникает такая проблема. Экопродукты хотели бы купить всего лишь 95% потребителей США. Хотят почти, короче, все купить. А находят время и силы для этого только 23%. Вот такая история. А из-за чего? Ну, не только из-за того, что они не везде лежат, но еще потому, что экопродукция дороже в производстве, она стоит в среднем на 20% дешевле. И получается такая история, что ну, тяжело это все людям дается экономически. И единственное такое оправдание или такой свет в конце коридора для меня – это высказывание Пола Димаджио, который сказал, что рациональность субъекта в экономике – это не закон природы, а культурные реалии, которые можно изменить, которые, конечно, меняются, как мы видим, потому что 30% все-таки в США экопродуктов есть. Вот, это, в принципе, все.
моей презентации.